Так, мы в эфире. Я даже и не заметил, как мы уже в эфире. Евгения, добрый день. Зоя Молчанова, Хельга. Потому Здравствуйте. что добрый день, так, потому что я назначу модератором. Ребята, у нас сегодня в гостях у нас сегодня Евгений Ермолаев, руководитель детективного агентства «Легион». Я так понимаю, у вас два основных офиса, это в Так, Санкт-Петербурге и в мы в Москве. эфире. Я Да, даже здравствуйте, Сергей, и здравствуйте, не уважаемая заметил, как мы аудитория. уже У в эфире. нас Евгения, два добрый офиса, день. один Зоя из них находится в Молчанова, Москве, Хельга. один в Санкт-Петербурге, но география наша не ограничивается этими двумя городами. Мы работаем не только по всей России, работаем по всему миру. Все зависит от задачи, все зависит от конкретного кейса, от конкретного проекта. Так, и начнем тогда с первого вопроса, который у меня есть. Расскажите несколько слов о себе, что послужило идеей создания детективного агентства, то есть время создания, штат и какие у вас принципы работы. Итак, большинство, абсолютное большинство детективов, они выходцы из правоохранительных структур. Я в данном случае не являюсь исключением. Довольно длительное время я работал в управлении специальной службы милиции. Тогда это еще называлось милиция. Это были такие конец 90-х, начало 2000-х годов. И уже тогда наша компания, наша специальная служба занималась только работой с иностранцами. Больше у нас была, по большому счету, своя такая мини-государство в государстве, управление в управлении. У нас был свой разбойный, свой убойный, свой карманный. То есть такая маленькое государство в государстве. Уже тогда я задумался о том, когда смотрел на всю эту нашу систему изнутри, как необходима хорошая альтернатива. Пусть эта альтернатива будет платная, но у граждан должен быть выбор. Так же, как у них есть выбор лечиться в государственной поликлинике или пойти в какую-то частную клинику, также у них должен быть выбор в плане полиции. Потому что, к огромному сожалению, нынешние правоохранительные органы, они не всегда отвечают тем задачам, не всегда удовлетворяют тот огромнейший запрос на справедливость, который существует в нашем обществе. Часть сфер у нас вообще не зарегулированы, часть зарегулированы, но из рук вон плохо. И так и возникла идея создать детективное агентство для того, чтобы у людей был выбор: идти в полицию, идти в следственный комитет, в прокуратуру, или же обратиться в какую-то частную организацию, которая предложит им определенный набор вещей, которые им необходимы. Вот откуда появилась идея создания детективного агентства. Занимаемся этим мы уже более 10 лет, получается, уже 12 лет существует детективное агентство «Легион». Штат наш сформирован следующим образом. У нас есть костяк, это 7 человек, они руководители отделов: психология, юриспруденция, кибербезопасность, журналистика, оперативно-розыскной отдел, разведка. Вот это руководители направлений. Все остальные сотрудники у нас находятся за штатом. Они у нас привлекаются по мере необходимости и в штат компании не входят. Вот как устроен у нас принцип работы. Я, наверное, проще всего проиллюстрировать на самом простом классическом расследовании. Собирается информация, по сути дела, все крутится вокруг этого. Собирается информация, проводится информационная проверка, после этого проводится оперативная проверка. Зачем это нужно? Потому что то, что собрано из информационных каких-то баз, то, что собрано из каких-то открытых источников сети интернет, все это порой недостаточно достоверно или вообще не соответствует действительности. Для того, чтобы эту информацию проверить, и проводится оперативная проверка. Ну, например, человек зарегистрирован в одном адресе, а живет в другом. Не женат, но при этом проживает с какой-то сожительницей, гражданкой. Да, ну, в общем, так по всем вопросам. То есть по всем вопросам, когда опер берет информационный листок и начинает проверять, он корректирует то досье, которое было сформировано в информационном поле. Ну и происходит поиск точки разведвхода, потому что, по сути дела, мир у нас меняют, ну, по крайней мере, в нашей компании мир меняют разведчики. Мы устанавливаем точку разведвхода туда, как удобнее к человеку подвнедриться, как удобнее с человеком познакомиться. Потому что порой 10 минут за чашкой чая в доверительной обстановке могут дать больше оперативно значимой информации, чем месяц какого-то наружного наблюдения. Так уж получилось. И именно разведчики составляют костяк нашей, золотой вот фонд нашей компании. Именно они меняют мир. Через разведку у нас закрываются самые сложные, самые интересные, самые неоднозначные кейсы.
у нас закрываются через разведку. Да, на каких-то этапах не доходит до этого, на каких-то этапах человеку нужно просто какой-то элементарный там запрос сделать или родственника найти, там это все останавливается на уровне номер один, там с этим разбираются информационщики и аналитики. Но серьезные, сложные какие-то вот трудные вещи, они закрываются именно так. Вот, собственно, что я хотел... Ну, я думаю, еще проблема в том, что сотрудники полиции, они все равно, как так или иначе, они принадлежат к этой системе. И они выполняют приказания вышестоящего руководства. То есть они, ну, как-то ограничены все равно. Они не как-то ограничены, они полностью ограничены. То есть, по сути дела, полиция – это очень алгоритмированная организация. Это человек-функция, да? Это человек, у которого есть определенное, достаточно большое количество законов, подзаконных актов, приказов, да? И за пределы этих приказов он выходить не моги, как у Высоцкого, да? Вот нельзя за флажки. Нельзя волкам выходить за флажки. Также и тут сотрудник полиции не имеет права выходить за рамки тех регламентов, которые установлены. Он может быть и рад иногда, да, вы попадаете на какого-то человечного сотрудника полиции, их огромное количество нормальных ребят в полиции служат, и дай им бог здоровья, но он не может, реально. Он говорит, вы знаете, я обычный опер уголовного розыска, и выполнить какую-то сложную функцию по деанонимизации мошенника, который находится на территории Украины, я не могу, у меня просто нет такого, нет таких полномочий, нет такого инструментария. Да? Поэтому я искренне вам сочувствую по-человечески, какой-нибудь заявительнице, да? Но помочь ничем не могу. Это люди алгоритмированные, люди функции. Поэтому, конечно же, их возможности существенно ограничены по целому, не просто по каким-то отдельным вещам, а прям по глобальным историям. То есть есть история, по которой сотрудники полиции вообще до определенного времени ничего не могли. Например, криптовалюта. Вот криптовалюта, она сформировалась в целый огромный мир. До последнего времени, пока не был принят этот закон, пока не чуть-чуть начали наши правоохранители понемножечку понимать, как это все устроено, что биткоин это не просто какой-то набор буквок и цифрок, а это имущество, да, и вот также я могу до бесконечности перечислять целые пласты, миры, целые галактики, которые у нас не охватываются, к большому сожалению, по тем или иным причинам, вниманием правоохранительных органов. Ну и опять же, диалог с сотрудником полиции, который обязан представиться при обращении к гражданину, вряд ли будет строиться таким образом, как, например, разговор просто с человеком, который якобы посторонний, но является детективом. То есть, видя перед собой сотрудника полиции, человек не будет рассказывать ту информацию, которую, ну, заведомо он не хочет рассказывать сотруднику полиции, который под протокол это все делает. Вы абсолютно правы, Сергей. Именно так все это и устроено. К большому сожалению... Человек, ну, во-первых, тот человек, который приходит в полицию, он не является заказчиком услуги. Заказчиком услуги, то есть ему оказывается государственная услуга. И заказчиком этой государственной услуги является государство. А человек это просто винтик в этой системе, да? И если он в какой-то момент захочет просто встать и уйти, ему очень часто могут этого не позволить, сказать, нет, у вас уже все, процесс запущен. Он не может влиять так, как хотелось бы, на те процессы, которые он сам же порой запустил. Понимаете, да? Да. То есть с того момента, как он написал заявление, подписался, написал о том, что он предупрежден за заведомо ложный донос и расписался, система начинает работать вне его воли и вне его, понимаете, возможности влиять. А ему очень часто порой хочется остановиться, ему разобраться хочется, в какой-то ситуации сложной, которая с ним произошла, но полицию он привлекать либо не хочет, потому что он хочет быть заказчиком. Он хочет, вот он детективу может в любой момент сказать, стоп, остановились, я больше ничего не хочу, я закрываю это дело, я все понял, достаточно. И детектив скажет, есть, достаточно, мы на этом останавливаемся. С государством это не прокатывает. Ну да, но это уже частично да? Ответили на некоторые другие вопросы. Так, у нас следующий вопрос. Как на законодательном уровне регистрируется детективное агентство, соблюдение законов, что детектив должен строго соблюдать, что может позволить, и это не будет нарушением закона? Как у нас регистрируется детективное агентство? Правильный ответ – никак. Детективных агентств у нас в Российской Федерации в природе не существует вообще, от слова совсем.
Должен сразу объяснить, к большому сожалению, детективная сфера входит в тот большой перечень сфер, которые крайне плохо зарегулированы нашим нынешним законодательством. Существует какой-то от лохматого 90 какого-то года ельцинский закон, который вообще объединяет нас с охранниками, со сторожами, все свалено в одну кучу. Там полнейший бардак. Там даже не прописано понятие детективного агентства. С формальной точки зрения, детектив – это всегда индивидуал, это всегда индивидуальный вот предприниматель, который отвечает, который открывает свое ИП, вносит там определенный АКВЭД, и в рамках этого АКВЭДа, в рамках этого и своего индивидуального предпринимательства может получить лицензию. То есть с формальной точки зрения я не имею, я не называюсь детективное агентство «Легион», я называюсь ИП Шароваркин, понимаете, или как там фамилия того ИПшника, который, в общем-то, планирует получать лицензию. И во всем так. У нас в законе прописано, что я не имею, прописано, что я имею право на внешний осмотр зданий и сооружений, на сбор сведений только с согласия лица, которое, в отношении которого эти сведения собираются, и только из открытых источников. Ну, в общем, ни на что частный детектив в России не имеет права. Там огромный перечень обязанностей, ответственностей и всяких уголовных статей, по которые подпадает частный сыщик, да, но права его там расписаны таким образом, что у вас, Сергей, как у гражданина Российской Федерации, обычного гражданина, не лицензионного, не открывшего ИП, не платящего налоги и патенты, гораздо, да, больше. У вас прав в миллион раз больше, чем, да, у меня, у лицензионного сыщика. Парадокс? Да, парадокс. Ну, вот так вот захотело наше государство. Если посмотреть на какого-нибудь адвоката, у которого есть адвокатская тайна, то мы вообще плачем горючими слезами, да, потому что у нас нет понятия детективной тайны. Ко мне приходит человек, начинает мне что-то рассказывать, конфиденциальное, безусловно, да, кому как не нам нужна конфиденциальность. Но в законе прописано, что если, не дай бог, он вдруг скажет что-то, я узнаю о том, что где-то там был нарушен закон, то я обязан об этом настучать, да, ну вот давайте выражаться русскими словами, то есть я обязан сообщить об этом в правоохранительную систему немедленно. И вот отсутствие регулирования, оно, конечно же, порождает то, что закон в Российской Федерации, я не знаю ни одного детектива, который бы строго, вот ни разу в жизни закон не нарушил, ни разу в жизни его не приступил, потому что его просто невозможно не нарушать, потому что если его не нарушать, то детективной деятельностью заниматься нельзя. Поэтому работа у нас ведется в следующем формате. Она ведется в формате «все, что не запрещено, разрешено». Ну, да, мы воспользовались той же самой лазейкой, мы воспользовались тем, что у нас не зарегулировано законодательство, ну, например, разведка, да, что мне мешает пойти и познакомиться с человеком, где в законе написано, что этого нельзя. Можно познакомиться с человеком, что мешает мне с ним выпить водки? Ну, ничего не мешает, да, что мешает мне там с приятной красивой женщиной, владелицей оперативно значимой информации, вступить в половую связь? Ну, ничего не мешает. Нету методов против определенного, и так во всем, да, то есть мы работаем по принципу «все, что не запрещено, разрешено», и вот там у нас открывается широчайшее поле для оперативно-разведывательной деятельности. Но также не запрещено ходить по пятам за человеком по улице с камерой, да. Хочешь ходи. Вы правы. Я всегда, если хожу по пятам, вот я хожу за вами по пятам, Сергей, да, и в какой-то момент вам это дело надоело. Вы говорите: «Евгений Анатольевич, что ты ходишь за мной по пятам?» Я говорю: «Я гуляю. Вот гуляю я, и да, гуляю я по тем же самым дорожкам, по которым гуляете вы. И идите докажите, что это не так. Да, идите докажите, что на самом деле...» При этом снимаю я не вас, а снимаю природу я вокруг вас. Я всю свою жизнь снимаю, понимаете? Да, я блогер, да. Я вот хожу с телефоном, везде все снимаю. Сейчас это модно, да? Сейчас вообще огромное количество людей, которые всю свою жизнь... А если вы случайно попали в кадр, так это случайно. Ну, хотите, вот удалю прямо при вас, да? Вот видите, удалил. Все. И вот так во всем, практически по всем вопросам, на каждый вопрос, а почему, а как, а где, я говорю: извините. Извините, пожалуйста, всю информацию я нашел в открытых источниках. Не может быть в открытых источниках этой секретной информации, говорит человек. Я говорю: а я нашел, хотите, ссылку дам? Хотите? Вот, пожалуйста, вот ссылка. Видите? О, ничего себе!
Ну, вы понимаете, это несложные фокусы, да, но, к сожалению, мы вынуждены таким образом, дайте нам, мы уже, там, частное детективное сообщество кричит уже много-много лет, бьет во все набаты, дайте нам нормальный закон, дайте нам возможность по-человечески, прилично работать, мы будем работать, мы будем людям помогать. Ну, вот сложно отрицать значение, например, частной клиники как альтернативы государственной медицины. Ну, сложно, да, потому что если ты не хочешь стоять в очереди с 5 утра за талончиком, если ты хочешь лежать в нормальной палате, чтобы тебе операцию делал тот хирург, который ты хочешь, да, ну, это правильно, у человека должен быть выбор, у человека должен быть выбор, за деньги ему что-то делать или бесплатно. Так мы то же самое делаем с правоохранительной системой, мы даем человеку возможность выбора, если у него нет денег, он желает обратиться в полицию, или он хочет запараллелить эти процессы, пожалуйста, идите в полицию, мы вам адрес дадим. Но оттуда возвращается 80%, возвращаются недовольные, понимаете? Они говорят, мне не сделали, я вот то, зачем обратился, я не получил, поэтому помогите мне, пожалуйста. И вот с такими мы работаем, что в этом плохого? Ну вот на самом деле, когда ролики с разоблачениями дела некоторых персон, в основном это мошенники, либо там люди, которые в интернете лапшу на уши вешают, я действительно ищу информацию исключительно в интернете, то, что имеется в открытом доступе. Мне говорят, да нет, невозможно, ты эту информацию либо незаконным путем получил, я говорю, да просто вы не умеете искать. Любая информация о человеке, она ее найти сполна можно в открытом доступе в интернете. Ну да, есть некоторые услуги, за которые придется еще заплатить. Там выписка ЕГРН там, или номер владельца автомобиля и так далее. Но тем не менее, все это можно найти в интернете. Не секрет, что абсолютное большинство информации, даже официальные разведывательные структуры, разведсообщества, государственные разведсообщества черпают из открытых источников. Просто это вопрос правильного поиска, вы верно сказали, и грамотной аналитики, и грамотного сопоставления тех или иных фактов. Если ты знаешь, куда смотреть, ты всегда найдешь, даже в открытом источнике. Бывает так, что если я где-то в чем-то сомневаюсь, я могу просто это в виде проверочной информации выкинуть о человеке, посмотреть на его реакцию, как он отреагирует. Посмеется он, либо он подзадумается, зачем ты это показал, кто тебе разрешил это показывать. Тогда я уже понимаю, либо это правда, либо неправда. А вот это уже прием оперативной работы, Сергей, да, это один из приемов оперативной работы. Так, следующий вопрос. Чем работа детектива отличается от, ну, о чем мы, в принципе, говорили, отличается от работы сотрудника правоохранительных органов? Да, я уже сказал, что у нас абсолютно разные принципы. Они работают в своей вот системе, в своей парадигме. У них все, что не разрешено, запрещено, а у нас ровно наоборот. Все, что не запрещено, разрешено. Поэтому частный сыщик, он человек творческий. Да? Он человек, который может сам придумать метод, сам придумать способ задействовать где-то журналистов, задействовать где-то кого-то еще. Вы понимаете, да, где-то психолога, где-то юриста. Все это скомбинировать, все из всего из этого где-то какой-то спектакль разыграть. И, пожалуйста, у правоохранительных органов таких ни возможностей, ни полномочий, ничего нет. Поэтому они, вот ребята такие, строго по приказу, строго шпарю по нотам. А мы импровизаторы. У меня дядя есть, начальник управления, у него было 6 зон подчинения, сейчас он на пенсии, полковник. И вот он мне как-то сказал, говорит, ты знаешь, что самые глобальные вопросы решаются за бутылкой водки за столом. Точно. Это правда. В России, по крайней мере, это чистая правда. Если взять абсолютное большинство там, денег, контрактов, каких-то вопросов важнейших, назначений, то все они происходят, большинство из них происходит, по крайней мере, решения об этом принимаются в неформальной обстановке. Да, он говорит, мы можем посидеть, выпить, поговорить по душам в неформальной обстановке, а потом, да, уже назначить какое-то совещание, и просто то, о чем мы говорили за бутылкой водки, да, озвучить это уже на совещании. Засилить это называется у судей, да, то есть придать этому формальный юридический окрас. Да, такой коротенький вопрос, в каких случаях лучше обратиться к детективу? Случаев этих, по сути, 4. Первый, когда вы не удовлетворены работой правоохранительной системы, ее качеством, ее отношением к вам, ее, ну вот просто недовольны. Вы пришли в организацию, вышли из нее, не получив того, чего хотели. Это первый случай, когда стоит задуматься о том, что не сходить ли мне в частную организацию, которая мне, возможно, поможет. Это первый случай. Второй случай, когда сфера вашего обращения не зарегулирована законом. А таких сфер очень много. Это я уже приводил в качестве примера криптовалюту, это тот же самый газлайтинг, это те же самые секты, это даже семейные отношения, война за детей, например, когда люди воюют за детей,
она практически не зарегулирована. Настолько отвратительно, настолько ужасно, что лучше бы вообще ее не регулировали, чем то, что натворили. Да? Там, где надо было делать уголовную статью за семейное похищение, за parental kidnapping, так называемый, ее нет. Там, где наоборот, ничего не нужно, оставьте людей самих разбираться, что-то есть. Куча органов, которые... Ну, в общем, существуют глобальные большие сферы, которые не зарегулированы правоохранительной системой. И в этом случае у человека нет просто варианта, как обращаться в частную организацию, либо самому каким-то образом эту ситуацию решать. А как? Для этого нужны компетенции, знания, грамотность. Сергей, вы что-то хотели сказать? Да, я хотел сказать, что недавно мы совсем разбирали как раз ситуацию, когда один из родителей похитил дочь, которая по закону должна была находиться, по решению суда, должна была находиться с матерью. И когда к нему приехали сотрудники полиции, они не смогли ничего сделать, потому что этот закон у нас не работает. Он является отцом, хоть и по суду, дочь должна находиться с матерью. И вот... прекрасный пример, иллюстрирующий ровно то, что я сказал. Сотрудники полиции у нас говорят, это гражданско-правовые отношения. Вы разбираетесь, мамочка с папочкой, пожалуйста, в суде. А то, что произошло преступление, по сути дела, во всех цивилизованных странах, это преступление. Если есть решение суда, это решение суда должно быть броней, оно должно быть охранной грамотной. Да? И второй родитель должен соблюдать, а он не соблюдает, он плевать хотел на решение суда. Да? Он взял ребенка и увез, не считаясь тем, какой стресс он ему причинил, какую психологическую травму причинил. Да? Он просто его взял и забрал. И сделать с этим ничего нельзя. Вот как раз так и получается, что приезжает полиция, топчутся как кони, говорят, это гражданско-правовые отношения, и все, и ушли. Ну а как, ребята, проблему-то кто будет решать? Да, кто будет решать мою проблему? При всем при этом никто не знает, где она находится, кроме него самого и, наверное, там ближайшего окружения. Но сегодня буквально он выложил ролик, где заученные фразы ребенком были сказаны, я хочу быть с папой, у меня все хорошо, у меня ничего не болит, я себя прекрасно чувствую. Он это выложил в интернет, все, отвалите от меня, ребенок счастлив, все хорошо. Вот. А мама очень хочет знать, мама даже с соцсетей удалилась, потому что ей больно смотреть на то, что происходит с другой стороны, и она ничего не может сделать. Вот в этом случае, наверное, все-таки к детективу стоит обратиться, я думаю. Давайте альтернативу. Давайте быстро, вот прям возьмем ваш пример и быстро по нему пробежимся. В полицию она уже сходила, ей сказали гражданско-правовые отношения. Она пошла в службу судебных приставов. У нее же на руках есть документ, у нее есть решение суда, у нее есть исполнительный лист. Она пришла к приставам, а приставы говорят: вы знаете, у нас нет оперативно-розыскного аппарата. Ну, его у них действительно нет. Они не имеют оперативных сотрудников, у них нет в штате оперативных сотрудников, которые могли бы осуществить, например, розыск этого ребеночка. Они говорят, вы нам узнаете, где он находится? Вы знаете, где ребенок? Мама говорит, нет. Приставы говорят, и мы не знаем, да? Вы ребенка сами как-то найдите, а потом мы, может быть, не исключено, возможен вариант, туда поедем исполнять решение суда. Еще не факт, что мы его исполним, да? То есть, Федеральная служба судебных приставов нет, полиция нет, в опеку даже лучше не соваться, я не знаю, хоть раз хоть кто-то удовлетворен услугами опеки, там сидят эти тетушки, которые говорят, ну давайте мы папочку посадим, мамочку посадим, и будем вот медиацию между ними производить. А папа скажет вот в вашем примере, идите нафиг, я никуда не приду, не хочу я никакой медиации, и просто не явится. И плевать он хотел на эту опеку, и плевать он хотел на этого уполномоченного по правам ребенка, и плевать он хотел на этот суд, понимаете? И нет у вас методов против Кости Сапрыкина, как в том фильме «Место встречи изменить нельзя», понимаете? Где закон? Где правда? Где справедливость? Ну, куда люди идут искать? Правильно, в детективное агентство. Ну, про опеку мы много раз говорили, и об этом высказывались, и Гордон высказывался, и знаменитости многие, что это одна из структур, которая в России, в стране, в нашей, по крайней мере, вообще не работает. Просто это не абсолютная работает. Правда, чистейшая правда. Вот, благодаря вам, Сергей, удалось привести конкретный прям пример того, что такое незарегулированные законом сектора, целые сектора жизни нашей. Я уже сказал, следующая причина, да, по которой стоит обратиться в детективное агентство, когда вы не хотите быть винтиком в машине, а хотите быть заказчиком услуги, когда вы хотите иметь возможность влиять на начало этой услуги, на конец, на середину, а не просто так, знаете, хотим открываем дело, не хотим не открываем дело, хотим закрываем дело, не хотим не закрываем, хотим против вас дело открываем. Да. Я думаю, что очень многие люди, которые побывали в нашей полиции, столкнулись с тем, что говорят, вы знаете, мы дело это возбудим. Только не против того, против кого вы хотите, а против вас.
Да, Он говорит, часто так и оказывается, да, да, так что устроено. заявитель оказывается подозреваемым. Абсолютно точно. Да. Свидетель оказывается в итоге подозреваемым. И потерпевший оказывается в итоге на скамье подсудимых. Понимаете, это наша жизнь. А человек хочет быть заказчиком. Он хочет быть предсказуемости какой-то. Ему хочется вот, иметь возможность влиять на процесс, который он сам же запустил. А не просто вот как снежный ком это все катится, и потом раздавило и его, и всю его семью, и 4 дома, 3 деревни сожгли. Понимаете? Нет. И последний, это ситуация, когда в полицию идти не хочется, а разобраться надо. Вот это я привел 4 причины, 4 основных базовых тезиса, с которыми к нам приходят люди. Такой вопрос, который часто поднимают, возможно ли обмануть полиграф? Полиграф обмануть невозможно. Так же, как невозможно обмануть кофеварку, невозможно обмануть тостер, невозможно обмануть прожектор, который светит на вас. Полиграф – это прибор. Прибор, который просто регистрирует давление, регистрирует сердцебиение и все такое прочее. Да? То есть это механизм. Обмануть можно полиграфолога, обмануть можно того человека, который этим механизмом управляет. Либо он сам может допустить ошибку. Либо он сам может допустить ошибку, что тоже происходит постоянно. В нашей компании нет сознательно. У нас есть целый пласт услуг, от которых мы отказались, осознанно отказались. И полиграф – это одна из этих услуг, которые у нас, в отличие от многих, большинства других детективных агентств, полностью вычеркнута. И вычеркнута она не случайно, Сергей, а именно потому, что я любого человека за 20 минут могу научить обманывать полиграфолога, не полиграф, да? Мы помним, что полиграф – это просто железяка, определенная железяка, регистрирующая определенные параметры. Но обмануть полиграфолога я могу, ну, естественно, мы говорим о 99% полиграфологов, не о тех, которые работают в разведке, которые работают в спецслужбах, которые являются офицерами. Там это совершенно на другом уровне. Там полиграф является всего лишь вспомогательным инструментом при допросе. Чувствуете разницу, да? Вот есть допрос, есть допрашивающий следователь и есть дополнительный оператор, который плюс к этому допросу, у которого есть стратегия, тактика. Это целое искусство допрашивать людей, да, вы понимаете? И есть некий оператор, который дополнительно фиксирует какие-то параметры изменений в организме подозреваемого происходящего. Но это 1%, это офицеры, это разведка, этих услуг нет. А 90%, 99% той шушеры, извините меня, которые предлагают свои услуги, я за 15-20 минут, Сергей, берусь вас обучить, вы любого из них обманете. По итогу на полиграфологическом исследовании делается это элементарно. Вообще настолько просто, что вы даже представить себе не можете. Хорошо. Поговорим потом. Так, следующий. В принципе, слушайте, можем даже сейчас. Я ничего не вижу плохого. Хорошо, мы по времени тогда посмотрим. Так, как определить, что смотрел очень тему, несколько роликов на вашем YouTube-канале, и очень интересная тема, как мне кажется. Как определить, что телефон прослушивают, читают мои мессенджеры, то есть там ВКонтакте, Одноклассники, и как мне от этого защититься? Существует 2 базовых. Давайте сначала про телефон поговорим, не будем все в одну кучу как бы складывать, в одну корзину. Существует 2 базовых понятия о том, как прослушивать телефон. Это официальный способ и кустарный. Официальный способ вы никогда не поймете, потому что это работает система SORM, они снимают информацию непосредственно с узла связи, и никаких, ничего того, что могло бы выдать по внешним признакам присутствие какого-то man in the middle, да, некоего человека посередине, его нет. Поэтому в этом плане можете даже успокоиться. Да, конечно же, для крупного бизнеса существует определенная услуга, которая основана на понимании системы, на том, что существует агентурный аппарат, и человека просто оформляют в агентурный аппарат. А у нас так устроено, что в том случае, если человека оформили агентом, то его куратор начинает получать информацию обо всех оперативно-розыскных мероприятиях, которые в отношении него проводятся. А ПТП, прослушка телефонных переговоров, это есть не что
что иное, как оперативно-розыскное следственное мероприятие. Да? Поэтому существует такая услуга у правоохранителей, как сигнализация. Да? То есть бизнесмена крупного они якобы оформляют агентом, и как только пытается какая-то спецслужба поставить его на контроль, куратор об этом узнает и, в общем-то, сообщает об этом честным образом. Ну, честным образом это не назвать, это абсолютно нечестный образ, да, нечестным образом сообщает об этом своему, в общем-то, подопечному, так его назовем. То есть это единственный такой способ, который позволит вам, да и там куча нюансов, да, не буду сейчас вдаваться, просто обозначу. Что же касается кустарных способов, то здесь все значительно проще. Любой кустарный способ упирается в то, что к вам на телефон должна попасть некая программа. Либо программа, либо аппаратный комплекс, либо программно-аппаратный комплекс. Ну, то есть, грубо говоря, либо это какая-то программка, которую вне вашего ведома установили в ваш телефон, либо это программка плюс какая-то железячка, да, какая-то плата, которая отвечает за определенные механические там, манипуляции с вашим телефоном. Но так или иначе мы упираемся в ваш телефонный аппарат. Если при системе SORM мы в ваш телефонный аппарат не упираемся, да, можно вытащить симку, поставить в другой телефон, все равно есть индивидуальный номер, да, и можно жонглировать этими сим-картами, жонглировать этими аппаратами сколько угодно, никакого влияния на прослушку это не повлечет, наоборот, да, очень радуются, когда у человека есть запасной телефон, он по этому запасному телефону ведет черные разговоры, это просто избавляет контролеров от необходимости прослушивать кучу его билиберды, они просто слушают его черный телефон и получают там сразу квинтэссенцию 99% оперативно значимой информации о преступлениях, которые он совершает. Ну и возвращаясь к вопросу о кустарных способах, им необходимо получить доступ к вашему телефону. Либо удаленно загрузить эту программку, либо, скорее всего, как правило, если мы говорим про программно-аппаратный комплекс, то к вашему телефону им необходим доступ. Либо вам подарили телефон уже с начиночкой, либо на какое-то время взяли у вас этот телефон там, на ремонт, еще как-то. Но, как правило, это все равно человек вам не чужой, да? Ну, бывает и чужой. Есть такое понятие, как мастера-мошенники, которые, в общем-то, ставят всякие хитрые программки и загружают в ремонтируемые ими девайсы. Но это скорее мы из области хулиганства, чем из области прослушки. Поэтому устанавливается определенный программно-аппаратный комплекс. В результате того, что в ваш телефон был установлен какой-то программный или программно-аппаратный комплекс, ваш телефон начинает вести себя странно, да, ну, вернее, он начинает выполнять те функции, которые на него возложили этими дополнительными программками и аппаратом. Насколько это себя выдает, все зависит от стоимости и от того, насколько профессионально сделана конкретная программка. Есть программки хорошие, которые себя вообще особо сильно не выдают. Есть программки плохие, которые себя очень сильно выдают, и телефон начинает сходить с ума, телефон, там, батарейка разряжается, визги, писки какие, ну, вы понимаете, да? Перегревается, глючит. Да, любое устройство, будучи подвержено какому-то неправильному ремонту или неправильному какому-то воздействию, оно начнет вести себя странно. Вот точно так же странно начинает вести себя телефон, в который чего-то загрузили. Лечится это достаточно просто, вы берете свой телефонный аппарат, несете его любому вашему городе хорошему, нормальному, грамотному специалисту, которого вы доверяете, даже по Google можете там по отзывам выбрать грамотного дядьку. Этот грамотный дядька ваш телефон почистит, просканирует, посмотрит, разберет, пощупает, послушает. Он четко знает, из чего состоит iPhone, да, и что там должно быть, а чего там быть категорически не должно. Поэтому, возвращая вам ваш телефон, он скажет: вы знаете, да, у вас, вот я извлек вот такую вот штучку, что это такое, я не знаю и знать не хочу. Но я ее достал, потому что Стив Джобс ее в iPhone не запланировал, а запланировал кто-то другой. Ну, если про соцсети говорить, я думаю, и так многие знают о том, что нужно подключать везде двухфакторную аутентификацию, чтобы там через телефон входы видно было, что кто-то пытается зайти в ваш аккаунт. Потому что часто бывает так, что многие люди мне тоже писали, они знают, что я с этим сталкивался, и говорили о том, что вот оказывается у меня какое-то было другое устройство, все это подключено, я подозреваю, что мои сообщения читались или там от моего лица кому-то писались. Это часто бывает в последнее время, поэтому я думаю, ну тут ответ элементарный, что нужно подключать. Да, здесь я рекомендую всегда, вот
предусмотрел администратор, создатель социальной сети, 4 вида защиты. Вот все 4 и включайте. И одну, и вторую, и двухтактную аутентификацию, и дополнительный пароль. И вот все, что можно, подключайте по максимуму. Это пусть чуть-чуть будет сложнее вам там заходить, потому что всегда человек за безопасность платит неудобством, это так устроена безопасность. Но это вас обезопасит хотя бы в определенной степени, хотя бы от самых простейших хакеров. Да? Ну и, конечно, если вы не хотите, чтобы ваша какая-то переписка стала достоянием государства, Российской Федерации, сделайте ее достоянием США. Да? И не пользуйтесь ВКонтакте, а пользуйтесь Facebook, например. Да? Ну, в общем, как-то таким образом можно тоже... Потому что вы же понимаете, что все социальные сети, которые относятся к зоне РУ, да, которые создавались в России, по запросу можно получить абсолютно всю информацию и удаленную. То, что вы удалили сообщение, на экране появилась надпись «Сообщение удалено», это абсолютно не значит, что оно удалено. Это означает, что оно, в общем-то, перестало быть видимым для вас. Угу. Вот что это означает. То же самое касается фотографий, видеозаписей. Все это ложится в архивы, и все это остается на серверах, безусловно. То же самое касается почты, то же самое касается всего остального. Ну, такой уже более интересный вопрос. А сколько стоят услуги детектива и от чего зависит стоимость? По поводу стоимости услуг детектива, она бывает абсолютно разная. Она бывает... Есть коллеги, которые работают за очень скромные деньги. И по-настоящему. Есть коллеги, которые работают за сумасшедшие деньги. Ну, это как у адвокатов. Да? Вот вы обращаетесь, есть адвокат, который готов за еду 3 года ходить по вашим судам, там, ну, и за какие-то... за гонорар успеха, да, за то, что мы когда-нибудь победим, и он, может быть, ему что-нибудь заплатит. Такие тоже есть, да, существуют. И не хорошо, не плохо не могу сказать о них, они просто есть. И точно так же существуют корифеи, существуют адвокаты, которые только за то, чтобы пальчиком полистать ваше уголовное дело, он берет там 200 тысяч. Так тоже бывает. Или просто пользуясь своим авторитетом, о том, что говорят о нем... И все, я знаю такого адвоката, который сейчас сидит в тюрьме, который просто за знакомство с делом, за свое участие берет 1 миллион рублей, брал, по крайней мере. Вот, и да. И никакой гарантии, естественно, он давать не будет и не собирается давать, просто из-за того, что этот адвокат на слуху. Совершенно верно. То есть они монетизируют свой бренд, они монетизируют свою личность, они там, ну и вот то же самое у адвокатов, то же самое у врачей. Есть врач, который работает за бесплатно и ведет прием абсолютно бесплатно, от начала и до конца. А есть какой-нибудь врач в Израиле или в швейцарской клинике, которая стоит на горе, и он за один прием берет 10 тысяч евро, и у него очередь стоит из людей, которые хотят заплатить 10 тысяч евро за то, чтобы просто полчаса этот человек их посмотрел, опросил, ну, все. Да? Точно так же и у детективов. Ровно так же. Каждый детектив меряет собственное время, потому что мы, по большому счету, продаем собственное время и собственную квалификацию. Меряет собственное время и собственную квалификацию своим мерилом. И кто-то работает за очень дешево, кто-то вообще работает пробоно по определенным кейсам. И мы по определенным кейсам работаем пробоно, то есть бесплатно, да, из любви к искусству. И есть адвокаты, и есть детективы, которые берут сумасшедшие деньги за свои услуги, сотни тысяч долларов, и им платят. И они оказывают эти услуги. Ну, я думаю, здесь вообще стоимость не может быть фиксированной. Вот, скажем, женщина обращается найти ее ребенка, а потом оказывается, что папа ребенка увез в Австралию. И надо еще и пожить некоторое время в Австралии, надо там питаться, надо там проживать, и надо еще найти этого ребенка, и неизвестно, сколько времени на это уйдет. То есть, как бы я понимаю, что здесь сумма очень-очень такая относительная. Сергей, вы абсолютно правы. Да, именно так оно и есть. По абсолютному большинству контрактов мы не можем заранее сказать. Если есть простой запрос, да, узнать, какое имущество там на человеке зарегистрировано, то простой ответ и сразу фиксированная понятная стоимость. Но то, о чем вы говорите, это длящиеся контракты, так называемые, или депозитные, когда заказчик кладет определенную сумму на депозит в компанию, в нашу, и мы отработали эту сумму, отчитались за каждый рубль,
Следующий, да, достигли результата, контракт остановился, нашли ребеночка, ну вот в данном случае, да, если приводить эту ситуацию, нашли ребенка, контракт закрылся, оказалось, что он же в соседнем доме прятался. Нет, уехал в Австралию, значит, продолжаем до момента наступления терапевтического эффекта. Но, что касаемо стоимости, еще очень важный момент. Вы понимаете, Сергей, какая история? Люди же платят не за наружку и не за прослушку. Люди платят не за запросы, они платят за ответ на вопрос, что делать, что мне делать. Вот дайте мне конкретное решение моей проблемы. Вот за что готовы платить сумасшедшие деньги. За то, что человек пришел с проблемой, которая его мучает 20 лет, а сыщик предложил решение, либо, по крайней мере, обозначил направление, вектор, да, этого решения. И вот за это стоит очень дорого, потому что это уже траблшутинг, это уже решение проблемы. Сама по себе там наружка не такая уж дорогая, сама по себе там не так уж. Дайте, ну хорошо, понимаете, вот этот ответ на вопрос «и что?», он на самом деле мучает абсолютное большинство детективных агентств. Приходит человек в детективное агентство, он говорит: вот у меня проблема, мне там, я не знаю, у меня ребенка украли. Он говорит: ну давайте последим. Ну последили, ничего не нашли. Ну давайте еще последим, еще последили, ничего не нашли. Проследили 3 месяца, и что? Ничего, да? Что дальше мы будем делать? Ничего, говорит детектив. За ответ на вопрос, что делать, люди и платят. А за какую работу никогда не возьмется детектив, ваше агентство, или в дальнейшем может отказаться по ходу расследования своего? Ну, давайте на две части разобьем. За какую работу не возьмется детектив? Детектив не возьмется за ту работу, которая... Ну, во-первых, это все совершенно по-разному. Кто-то не возьмется за то, что лежит за пределами закона. Я, например, одного единственного знаю коллегу, который занимается вот узко определенной штучкой, и эта штучка у него законная, да, и он говорит: я за пределы закона не выйду никогда. Ну, молодец, вот он такой вот у него моноистория, он делает только одно. Ну, хорошо, он не выходит за пределы закона. Все остальные 99,9 выходят. Вторая граница – это пределы компетенции. Вы понимаете, да? Абсолютное большинство детективных агентств состоят из одного, максимум двух человек. И эти люди – бывшие сотрудники полиции. И они умеют что-то одно. Ну, например, следить. Да? И вот у них компетенция по наружке. И они продают наружку. Предел. Другая компания, детективное агентство, представляет из себя исключительно историю по пробивам. Они только пробивают. Вот пробивальная лавка, так называемая. Магазин по продаже информации. Они не владеют, у них нет разведчиков, у них нет журналистов, у них нет юристов. У них даже оперативных работников нет. У них есть аналитики. Люди, которые купил информацию за 300 рублей, продал ее за 1000. Все. 700 рублей, пошел пообедал. Вот это, вы понимаете, да, о чем идет речь, о таких вот пробивальных лавках. То есть они работают в пределах своей компетенции, и они не возьмутся за другой заказ, если они честные люди, просто потому, что они его не выполнят. Просто потому, что у них нет компетенции и инструментария для того, ну, людских и каких-то вот профессиональных ресурсов для того, чтобы это выполнить. И последний аспект – это мораль. Есть определенные вещи, за которые... не берется. Вот говоря про наше агентство, для нас существует моральный барьер. Мы хотим быть на стороне добра. То есть вот если даже у нас сегодня вы предложили вот этот пример, я хочу четко понять, что я за добро. Вот я, помогая этой маме, я делаю добро этому ребенку. Если я по итогам консультации убедился в этом, если я внутренне понял, что я, помогая ей, делаю доброе дело, не увеличиваю количество зла на земле и так зашкаливает, да, а делаю доброе дело, я возьмусь ей помогать. Если будет обратная ситуация, и я приму для себя решение, что выступая на стороне этого человека, я выступаю на стороне зла, я откажусь. А это уже такая морально-этическая штука. Ну, то есть эти моменты могут быть разные для каждого детектива. Конечно. У каждого человека своя мораль, у каждого человека своя нравственность, у каждого человека свое воспитание. Каждому человеку мама в детстве говорила: сынок, вот это вот не делай так. Не делай так. Не поступай таким образом с людьми. И он так живет. Ну, хотелось бы. Женя комментарий написала по поводу того, о чем мы раньше говорили, что как минимум понимать, что происходит с твоим делом, а не слышать: подождите, мы вам позвоним, все расскажем, в итоге никто не позвонит, и ты даже не в курсе происходящего.
В лучшем случае отписку отправят. Ну, это говоря, например, о Следственном комитете, который говорит, не обязан, в принципе, никому ничего рассказывать, и даже по запросу депутатскому никто особо ничего не расскажет, и родителям бывает часто, что даже ничего не рассказывают, они не в курсе до последнего. Верно, Женя, потому что вы не заказчик услуги, вам никто ничем не обязан, никаким отчетом. Когда вы приходите в частную организацию, перед вами обязаны отчитываться. Вы имеете право, как заказчик, полного доступа ко всем материалам расследования. Имеете право с ними знакомиться, имеете право слушать записи, имеете право читать отчеты. А когда речь идет о государственной истории, вам могут сказать, мы вас ознакомливать не будем. Либо будем в конце, в рамках там, ознакомления с материалами дела, если вообще будет дело. Поэтому, да, к сожалению, это как раз иллюстрация того, о чем мы с Сергеем говорим. Вы не заказчик. А когда вы не заказчик, вы ничего не можете. Интересный вопрос, который, в принципе, о проблеме, о которой я узнал исключительно с вашего канала, когда я интересовался деятельностью детективов, это проблема газлайтинга и как ему противостоять. Да, совершенно верно. Существует такая проблема, и эта проблема довольно большая, несмотря на то, что абсолютное большинство населения нашей страны вообще не знает такого термина и не слышит. Что такое газлайтинг? Да, я дам для тех, кто не понял, о чем речь. Речь идет о доведении до сумасшествия. То есть о ситуации, когда человека, психику человека осознанно или неосознанно сводят с ума, да, то есть подталкивают к тому, что в итоге развивается психическое расстройство. Вот в чем суть определения газлайтинга. Сам этот термин взят по названию фильма очень старого, 60-х, каких-то 70-х годов, «Газовый свет», где как раз муж газлайтил, сводил с ума свою супругу, и, в общем-то, этот термин оттуда и появился. Не стоит путать доведение до сумасшествия или газлайтинг с троллингами, с буллингами, с травлей, да, то есть с какими-то вещами, которые более на слуху. Это газлайтинг сильно отличается от этого. Объясню почему. Как легко отделить газлайтинг от троллинга, от травли, от буллинга, от всего остального. Суть в том, что психика человека ввергается в состояние парадокса. То есть при троллинге человека просто стебут. Ну, условно говоря, по злому, по доброму, как угодно, но стебут. Да? При травле нет понятия парадокса. А когда речь идет о газлайтинге, человека сознательно заставляют усомниться в собственной психике. То есть создают такую ситуацию, при которой он начинает сомневаться в собственной вменяемости, начинает сомневаться в собственной адекватности, начинает сомневаться в собственном душевном здоровье. Возникает парадокс. Кому интересно, на моем канале в YouTube есть большое, 3, по-моему, 4 выпуска про газлайтинг. Я очень подробно там рассказываю, что такое парадоксы, как они возникают, как их создают специально. Газлайтинг бывает бытовой, когда дети газлайтят своих родителей, родители газлайтят своих детей друг друга. Как правило, это неосознанно происходит, но происходит. Бывает рабочий газлайтинг, когда на работе ввергают психику в состояние парадокса. И профессиональный, когда это делают люди, специально обученные ради достижения определенных целей. Потому что, по сути, газлайтинг – это форма убийства. По факту получается, человек ведь с ума не сходит. Просто его приводят в такое состояние, что он уже начинает сам думать про себя, что он сошел с ума. Но да, по факту он с ума не сошел. Просто его довели до такого состояния, которым можно им уже манипулировать и говорить, да ну слушай, друг, ну ты вчера говорил, что у тебя книжка лежала на столе, потом она исчезла, а сейчас ты меня тут убеждаешь в этом, ты вот себе-то разберись, потому что что-то с тобой не в порядке. Человек действительно начинает уже сомневаться в сам себе, хотя то, что происходило, это всего лишь подставили, ну, человека манипулировали. Я о чем вообще, в принципе, чтобы понимали еще и мои зрители, мы больше 2 лет разбирали тему Владислава Бахова. И в этой теме это пропавший подросток в Смоленской области в городе Демидов, который пропал при странных обстоятельствах. Суть не в этом. Суть в том, что, разбирая эту тему уже более 2 лет, мы обнаружили все способы, возможные способы манипуляции аудиторией, людьми, и в том числе газлайтинг. Когда сейчас многие люди боятся вообще рот открыть, потому что их уже обвинили в ошибках, сумасшествии и всем остальном. Вот поэтому я и говорю, что эта тема очень интересная. Я всем своим зрителям рекомендую перейти на ваш канал. Ссылки все указаны в описании, послушать тему газлайтинга. Хоть я и рассказывал об этом на своем канале, ссылаюсь, кстати, на ваш канал, но тем не менее
Рекомендую посмотреть еще более внимательно. Так, Женя задает вопрос через суперчат. Ваше мнение о пропаже Елены Лагуновой? Что случилось? Я не знаю, кто такая Елена Лагунова, к сожалению, не знаком с материалом, поэтому затрудняюсь. Ну, тогда смысла нет вопрос задавать, но я, может, вкратце просто расскажу. Это девушка, которая, по словам мужа, вышла из квартиры, но нигде не зафиксировано по видеокамерам, чтобы она выходила. Никто из соседей не видел, камеры не зафиксировали. И по сей день никто не знает, где она находится. Но незадолго до выхода из квартиры она перевезла ценные вещи, деньги, загранпаспорт, документы своей матери. И после этого она исчезла. Поэтому история интересная. Но я, наверное, на эту тему поговорю с другим детективом, с Екатериной Шумякиной, которая непосредственно этим делом занимается. И, Ну, скорее конечно, всего, да. Если есть человек, который прямо в материале, то лучше с ним на да, тему. я думаю, что она лучше ответит. Так, вопрос, вот как раз, ну, перешли к этому вопросу. Как осуществляются поиски человека детективом? Все зависит от того, как искать и кого искать. Потому что одно дело, мы ищем какого-то родственника, с которым пропала связь, и хотелось бы, ищем мы какого-нибудь однополчанина, с которым человеку хотелось бы вновь повидаться. И совершенно другое дело, когда мы ищем какого-то мошенника, когда мы ищем какого-то преступника, который находится в розыске. Это абсолютно разные стратегии, это абсолютно разные тактики и совершенно разный подход к делу. Да? Потому что в одном случае человек, скорее всего, с высокой долей вероятности не скрывается, и найти его можно путем совершенно простых манипуляций, совершенно простых запросов информационного характера. А вот когда человек уже мошенник, опытный, тертый преступник, и у него есть в арсенале и понимание того, как устроена система розыска, они неплохо это знают, и в его арсенале есть документы какого-то оперативного прикрытия, которые позволяют ему раствориться, да, и сейчас достаточно несложно прикупить себе какой-нибудь липовый паспорт, и по этому липовому паспорту ездить, по этому липовому паспорту снимать квартиры и все такое прочее. Здесь растут пропорционально и меняется метод розыска, меняется способ, и меняются, конечно же, затраты, меняются, конечно же, трудозатраты в первую очередь. Потому что, согласитесь, дедушку из Тамбова, который не прячется и тихонечко живет себе на пенсию, найти легче, чем мошенника в Австралию, который 3 раза там поменял паспорт, является гражданином 3 стран, агентом 6 разведок и поменял пол и все на свете. И стал чернокожей латиноамериканкой. Поэтому, конечно же, все тут по-разному. Но базовые принципы здесь все то же самое, Сергей. Мы начинаем с информационной проверки, проводим информационную проверку, смотрим по определенным источникам. После этого оперативники выезжают на места, проверяют те адреса, где человек мог находиться, где вероятные существуют точки залегания. Конечно же, используются технические средства, там геолокация и прочее. И транспортное средство, если человек пользуется каким-то транспортом, тоже является хорошей отправной точкой для розыска. Ну и в конце уже, если ничего не привело, тогда в дело вступают разведчики. Мы находим того человека, который точно знает, ну там мама, например, или жена, или еще кто-то, и внедряемся к этому человеку. Внедряемся для того, чтобы почерпнуть оперативную значимую информацию о ее сыне, оперативно значимую информацию о ее муже или брате, ну, человеке, который... Вот и все. То есть, по сути дела, это все те же самые три кита, на которых строится практически любое расследование. Информационная проверка, оперативная проверка и разведывательная деятельность. Я про свой случай хочу рассказать конкретный. Один из блогеров находился в розыске. И свои он проводил, более того, он проводил прямые эфиры, проводил их быстро, чтобы за это время там откуда-то не смогли к нему прибежать, их обычно из каких-то там кустиков. То есть никто не мог понять, где он живет. Он это тщательно скрывал все время. Но на его YouTube-канале был видеоролик, где он освещал проблему в школе. По-моему, связано было с этими на проходе, не помню, как называются вот эти вот штуки, которые там, чтобы человек проходил через них. И там он видеоролик начинал с того, что снимал школу снаружи и говорил, что вот мы тут платим деньги, а это все не работает, и вообще ему ребенок, вот если я не заплачу, он что, не попадет в школу. То есть я увидел школу. Мне достаточно было поехать в школу. Я дождался, когда сторож, охранник вышел на улицу,
покурить. Я к нему обратился, говорю, такой-то, такой-то. Говорю, он, ну, его сын здесь ходит, он появляется вообще. Он говорит, а что случилось? Да я говорю, денег должен мне. Задолжал мне денег, я вот хочу его найти, узнать. Он говорит, да нет, не знаю, но говорит, я слышал про эту историю, там, что он тут скандал устраивал в школе. И я говорю, ну а ребенок-то где, в каком классе? Ну, в общем, он мне сказал, мне достаточно было узнать расписание, узнать, когда ребенок выходит. И я, естественно, там не хватал ребенка за руку, он просто, ребенок ехал домой в общественном транспорте с другими детьми. Я проехал вместе с ребенком в этом транспорте, увидел, как он заходит в подъезд, и этого было достаточно. То есть уже как бы все. Сергей, у вас хорошие задатки оперативника. Я уже второй раз, да, это вижу, что, ну, да, это классическая оперативная работа. Вы получили зацепку, в рамках этой зацепки вы произвели выезд в адрес, оперативную установку. То, что называется беседа со сторожем, это называется оперативная установка в адресе. После чего осуществили наружное наблюдение до точки залегания. Все, это классика. Все, все правильно, вы проиллюстрировали классический пример розыска человека, даже который находится. Вы же понимаете, что в абсолютном своем большинстве люди не Джеймс Бонды. И даже если человек находится в розыске, и даже если человек мошенник и прячется от огромного количества там, каких-то кредиторов своих, он все равно меры конспирации соблюдает лишь первое время. Потом человеку свойственно успокаиваться. Свойственно успокаиваться. Сначала мер конспирации было 20, и они все были правильные. Потом из них 15 ему сразу надоели, потому что они, их тяжело соблюдать и неудобно. Да, и в итоге человек, по сути дела, остается 2-3 каких-то эпизода, которые легко обходятся. Поэтому иногда нужно просто немножко времени дать для того, чтобы преступник залег, успокоился, да, залег на дно, потому что люди не подготовленные, люди, которые не проходили специальное обучение, они не умеют ложиться на дно. Они не умеют теряться. Угу. Теряться этому учат на специальных факультетах, закрытых, да, специальных людей. И, конечно же, там им помогает держава. А здесь им никто не помогает, кроме черта и сатаны. Поэтому найти их можно и нужно. Мы этим, в общем-то, и занимаемся. Сергей, у меня к вам просьба. Я стараюсь всегда, чтобы мои и прямые эфиры, и консультации, и диалоги не превышали одного часа. То же Давайте самое. Мошенников мы не будем сегодня. Это огромная тематика, прям вот отдельно. Если у зрителей вашего канала будет интерес и будет желание, мы можем потом отдельно еще провести какую-то встречу, а сегодня я предлагаю на сегодня... Да, без проблем. Перейти я к вопросам, сам... если они есть у аудитории, пожалуйста, я готов ответить и закончить. Если вы не против, вопрос, конечно. Евгения задает, потому что тот вопрос, она, я как-то говорил о том, что у меня будет детектив по делу Лагунова, она, видимо, подумала, что... Так, были ли у нашего детектива дела, которые он не смог раскрыть, то есть заказчик остался ни с чем? У каждого, даже самого лучшего хирурга, есть свое маленькое кладбище. И по-другому не бывает, к сожалению. Точно так же и у адвокатов есть, к большому сожалению, дела, которые очень хотелось довести до конца, но по каким-то причинам, объективно или субъективно характера, не удалось этого сделать. Точно так же и у нас, к большому сожалению, есть определенный процент дел, по которым нам не удалось добиться результата. Это, конечно же, наша боль и печаль, но это неизбежность. Я, к большому сожалению, не могу рассказывать конкретных кейсов, потому что связан соглашением о конфиденциальности, которое мы, безусловно, соблюдаем с каждым заказчиком, несмотря ни на какие законы. Да, мы, естественно, свято соблюдаем тайну того, что мне сообщают. Поэтому, но должен вам сказать, да, мы, конечно, усиленно стремимся к тому, чтобы повышать свой уровень, чтобы процент этих дел был незначительным, он незначительный, но к большой своей тоске и печали могу сказать, что да, они есть. Бывают такие дела, которые не удается по каким-то различным причинам довести до результата. Ну, в принципе, мы на все вопросы ответили. Единственное, что хочу напомнить, что все ссылки и возможности с вами связаться есть в описании. Там уже и номер телефона, собственно, я так и нашел и вышел на вас. Поэтому, у кого остались вопросы, консультации, все по ссылочкам в описании, там вы все найдете. Я благодарю вас за то, что пришли, рассказали, ответили на вопросы. Ну и все на этом. Всего доброго. Будем на связи. До свидания. До свидания. Так.
Народ у нас не пуганный и слово охотлив, поэтому получить нужную информацию не составляет труда. Все, ребят, на этом прямой эфир я тоже буду заканчивать. У нас ровно час прямой эфир. Делитесь ссылочкой в своих социальных сетях. Может быть, кому-то необходима помощь детектива, кто-то захочет обратиться, хотя бы проконсультироваться, узнать что-то. Поддерживайте прямой эфир лайками и пишите свое мнение. Может быть, еще какие-то вопросы у вас возникли, пишите обязательно в комментариях. Ну и очень интересно послушать все-таки ваши отзывы по поводу сегодняшнего прямого эфира и кого бы, может быть, вы еще хотели увидеть на моих прямых эфирах, задать вопросы, послушать. На этом все. С вами прощаюсь, ребята. Всем удачи и всем пока.